это накачая уже 4-5 атмосфер, она уже дубовая. А все остальное, как бы если давление маленькое, велосипед начинает вести и приск просто проколоть или вплоть до того, что покрышка просто с велосипеда вылетит. Больше 7 атмосфер, тормоза, работающие синхронно, залог безопасного вождения. Тюнинг велосипеда исключительно для удобства в путешествиях. 10 лет за рулем двухколесного авто, так называет свой транспорт Иван Глазов. Разговаривая с молодым человеком, понимаешь, про велосипеды он знает все. Это и не мудрено. Иван – менеджер по продаже железных коней и велотурист. Первая поездка от Сокольников до Одинцова, потом Азарт, и теперь у парня в копилке Кубинка, Гжель, Бородино, Можайск. Все Подмосковье на карте личных достижений. На велосипеде это больше можешь. Хоть это и дольше, и дороже на самом деле, но ты можешь больше посмотреть, больше сделать остановок, заехать куда угодно. У тебя нет вот этого, как, например, ты садишься в автобус, в маршрутку, в поезд, в самолет. Он тебя ведет и глупо из точки А в точку Б и все. На велосипеде ты свободен. Эта жажда свободы позволила парню расширить географию. Питер, Крым, Белоруссия. За последние 3 года спортсмен преодолел почти 15 тысяч километров, а это, на секунду, третья часть экватора. Маршруты придумывает сам, но и для экспромта всегда есть место. Это же путешествие. За это время у меня ни разу не совпал маршрут. Ни одного случая совпадения. То есть я прям планировал сначала заезжать в города, прям вглубь, в центр города, потом я понимал, что это опять же лишний километраж, который мне не нужен, так все-таки хочется доехать быстрее, по сути, я там впереди Брест, на который ты рассчитываешь. Дорога до Минска заняла у Ивана 6 дней в одну сторону. Для своих дальних путешествий спортсмен выбирает летнее время года. И солнце на спицах ярче, и синева над головой. В планах у Ивана на следующий год докрутить педали до Абхазии. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».